Традиционный обход начался с детского сада номер 39. По ремонту бассейна есть опоздание по срокам выполнения работ. В помещении с чашей не сделали мозаику и панно, в душевой имеются неровности на потолке, нет откосов, в туалетной комнате отсутствует санфаянс и не сделали освещение. Сейчас рабочие занимаются укладкой линолеума, ждут поставку плиток для панно. И вот это помещение он должен был сдать уже с линолеумом, но решетки я вижу, он приклеил, сделал, здесь вытяжку сделал, да? Вентиляция. Откосы. И это самое, приехали, привезли вчера все для доборов. Сейчас линолеум, порешали так, чтобы было красиво. И... А потолок можно было как-то поаккуратнее собрать? Вон, все плитки вон там криво, там углы вон, позорные все. Да, кстати. Ну, чуть-чуть. Тут вон одна так криво идет, там вон этот угол, здесь вот выступает, там приподнято. Ну это не то, что собрать, а поправить, потому что они должны все более-менее выступать. Во дворе домов 39 и 41А на улице Советской завершаются работы по комплексному благоустройству. Рабочие приводят в порядок входные группы. Также нужно покрасить лавочки, опоры и урны и вывести бой. На городском стадионе работы идут полным ходом. В данный момент рабочие и спецтехника занимаются укладкой оснований футбольного поля. Он будет на гравийной подушке. Твердое основание гарантирует сохранение ровного поля, препятствует образованию просадок и прочих неровностей при сезонном движении грунтов и механических воздействиях. Также проверили состояние работ по благоустройству во дворах на улице Горького. В некоторых местах нужно положить бордюр, переделать пешеходный тротуар. Что это вообще? Это? Вот это что за бугры? Здесь на пылище, на грязище его положили. Завершился обход проверкой спортивной площадки возле ФОК-лидер. Который раз ломается баскетбольное кольцо, его необходимо заменить. А вокруг самой площадки облагородить территорию. Сурен Егорович, надо доделать этот объект принципиально, выстроить все бордюры, выставить бордюры, засыпать щебни, все еще раз пройти, утрамбовать и эту сторону, и заасфальтировать эту полоску. Чем быстрее, тем лучше это надо сделать. И восстановить покрытие. Также я сейчас немножко так возмущен, да, до сих пор отойти не могу после посещения хоккейной площадки, которая находится за ФОК-лидером. Конечно, хочу сказать, что бездействие и просто халтурное отношение к работе, да, большого круга лиц, которых там ответственны за этим объектом, и в том числе заместителя, курирующего этого направления, да, до сих пор не могут поставить баскетбольное кольцо, до сих пор не могут восстановить покрытие, там провалы грунта, которые там есть, да, в результате дождей, восстановить то, что гарантийные обязательства там были, рваная сетка на воротах. Ну, одним словом, поручение они у меня сейчас получили по полной программе и будут всю эту ситуацию исправлять. По комплексному благоустройству у нас работы по улице Горького завершены. Есть небольшие недочеты, да, по тротуару Горького 18-18, совсем мне не понравилось, как сделали, будут все переделывать. И по наведению порядка, чистоты, лавочки, урны, отсыпка грунтом, нанесение разметки, это все, что предстоит им сейчас в ближайшее время выполнить и исправить все эти замечания. В субботу будем проводить субботник, наводить порядок во дворах и везде по городу, в том числе на всех участках, которые ведут и к частному сектору, и к СНТ.